объехали город Елизово, обсудили самые острые вопросы, которые волнуют жителей. Мусорные баки – это одна из проблем, которую поднимают жители всех населенных пунктов Елизовского района. Оксана Владимировна сейчас активно работает с управляющими компаниями, чтобы программу изменения обращения с твердыми коммунальными отходами в Елизово реализовать. Здравствуйте. Можно, конечно. Смотрите, вот я живу здесь с 93-го года, нам все обещают вот эту улицу. Вот эти все асфальтировать. Еще в 16 году говорили, что положат, но перенесли на 17-й, потому что канализацию дома меняли. Просто если мы тот двор, например, заасфальтируем, мы там людям вообще жизни не будет, потому что у них будет дорога под окнами все время. А это надо только комплексно. Вот. Поэтому сейчас мы договорились, что мы сделаем в этом году план движения по этому кварталу. Его с вами затвердим, чтобы вы понимали, что как жители, что он вас устраивает. И после этого определимся по срокам, как мы будем асфальтировать и приводить в порядок эти дороги.